В заключение о спорте. В Калуге прошло первенство России по масс-рестлингу среди юниоров. В Якутию представили 14 спортсменов, и все они завоевали медали – 8 золотых, 4 серебряные, 2 бронзовые награды. Всего на турнир съехались 78 атлетов из 11 регионов страны. Разыграли 11 комплектов медалей, подготовленных масс-рестлеров представили Калужская, Чувашская, Свердловская области, Москва и Кабардино-Балкария. Сегодня в Якутске на пресс-конференции по итогам турнира отметили, что в регионах масс-рестлинг стал развиваться активнее. Уже в ближайшем будущем спортсмены из других субъектов составят сильную конкуренцию родоначальникам этого вида спорта – якутянам. В моей весовой категории было 14 человек, в общем где-то 78 или что там. Но основными соперниками все равно были якутяне отсюда, Здвижков Борис и один это из Хабаровска, студент тоже, Бурцев Иван. Они были хорошими соперниками. Но моим основным приемом всегда стойка, тяги и стойка.